Если с детства запугали страшной букой, навсегда запомнишь встречу со сбукой, собирая по складам бук, вырастаете, когда служитель букинист, ясный сокол рассуждает о высоком, открывая книгу, библиотечный каталог, и между книжных полок за полководцем дорога от корешков к листочкам, много томных романов, много глав законов. Пусть склоняется странник над страницей незнакомой, пусть касается смело раскрытого тела, где черным по белому сделаны нам предложения, размножены краской типографской, чтобы любой, кто читает и даже просто листает, но непременно мечтает однажды между строк увидеть слог, хотя бы слог и даже слово, в словарях увидеть дух, невыносимый слух, учение свет. Нет духа без огня. Я с малых лет даже страницы букваря и вред газет, и каждый лист с календаря все про себя читаю, про тебя, 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 про себя читаю.